В Листе в рамках празднования Дня Республики состоялась торжественная церемония чествования ветеранов труда Калмыкии и вручения премии «Общественное признание». Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» был удостоен заведующий кафедрой физической культуры КалМГУ имени Гордовикова Сергей Прошкин. Высокую награду Прошкину вручил глава региона. В приветственном слове Батухасиков поздравил всех жителей Калмыкии с праздником и отметил, что каждый житель республики вносит свою лепту в развитие малой родины. Сегодня мы с вами отмечаем государственный праздник День Республики. Эта дата учреждена в память об установлении автономии нашего народа в составе Российской Федерации. Разные поколения жителей Калмыкии строили и создавали ее облик. Республика не раз переживала знаковые события, которые меняли ход истории, открывали новые возможности. Мы храним память об этих знаменательных событиях, выдающихся жителям, помним и о трагических страницах. Но еще раз подчеркну, главное богатство республики и ее гордость были и остаются люди. То есть все вы и все-все-все жители нашей дружной республики. У нас живут энергичные, одаренные, бережно хранящие самобытную яркую культуру нашего степного региона. Для меня, как для секретаря партии «Единая Россия» имеет большое значение поддержка общественных инициатив, одна из которых премия «Олнат Толя» – «Общественное призвание». Сегодня у нас есть возможность в торжественной обстановке отметить государственными наградами тех, кто вносит вклад в развитие родной Калмыкии. Дорогие друзья, историю творят люди, простые труженики, на которых я считаю, что как раз таки во многом все и держится. Это рабочие строители, учителя и врачи, чабаны, рядовые работники культуры и служители науки. Те, кто обеспечивает нам порядок и безопасность. Те, кто обеспечивает чистоту и в столице, и в других населенных пунктах нашей республики. Всем огромное спасибо и низкий поклон. Хотел бы выразить благодарность трудовому коллективу Калмыцкого государственного университета, ученому совету Калмыцкого государственного университета, администрации главы Республики Калмыкия за поддержку столь же выдвижения моей кандидатуры на столь высокую награду. Почетного звания народный художник Калмыкии удостоен член Союза художников Республики Григорий Бимбеев. Заслуженным юристом Республики стал адвокат юридической консультации Яшкульского района Владимир Бимбеев. Звание заслуженный артист Калмыкии удостоен артист Республиканского русского театра драмы и комедии Леонид Сангаджиев. Высокая награда «Заслуженный работник народного хозяйства» была вручена начальнику отдела управления по земельным и имущественным отношениям администрации Листы Екатерине Мангутовой и начальнику участка номер 4 акционерного общества «Энергосервис» Татьяне Хасковой. Кроме того, в ходе торжественной церемонии Батухасиков вручил почетные грамоты Калмыкии, а также были отмечены лауреаты премии «Общественное признание». Все они уже внесли неоценимый вклад в развитие нашей малой родины и продолжают трудиться на благо Калмыкии по сей день. Вот за эти годы я написал более 30 книг. Значимыми из них я считаю свою монографию «Калмыцкая проза депортации», концепцию человека кирдота, кирдотинцы под высоким небом, с автором там доктор ветеринарных наук Дурдусов, ну и целый ряд других произведений. И очень знаменательно, что в этот день награждают достойных людей нашей республики. Номинация фонда «Наше наследие» – это прекрасный показатель, сколько наших людей выдающихся нашей республике. И важно, что этих людей отмечали. Я поздравляю еще раз всех жителей нашей республики с днем нашей маленькой национальной республики.